Почему ощутимая часть тех пассажиров, которые не платят за проезд в электричках, поступают именно так? Да все просто. Иду, значит, на электричку. Ехать надо далеко. Касса на той стороне, в розовой постройке. Ой, а электричка уже едет, вон она. Скорее бежим, а то опоздаю. Следующая только через полтора часа. И что теперь делать? Идти в кассу и потерять кучу времени? Или бежать садиться в электричку? При таком отвратительном расписании выбор очевиден. А в плане оплаты проезда придется импровизировать. С огромной радостью оплачу проезд у кассиров в самих вагонах. Но только по себестоимости. И выбор того, как оплачивать проезд, тоже должен оставаться за пассажиром. Или поставьте в сами вагоны как валидаторы, так и билетные автоматы. Это решит очень много проблем, и всем станет только лучше.